Духовные ценности. Международная фотовыставка с таким названием открылась в Москве на Рыжкинских палатах Высокопетровского монастыря. Это проект интернет-сообщества «Фотоправославие», который объединяет любителей и профессионалов в области церковной фотографии. Наш столичный корреспондент Эльвира Гордеева побывала на выставке и познакомилась с организаторами. Подробности далее. Духовные ценности – это уже третья фотовыставка, которую организует и проводит интернет-сообщество «Фотоправославие». Проходит фотовыставка по благословению председателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополита Волоколамского Илариона. Выставок на тему церковной съемки не так много обычно, а людям творческим всегда хочется показать результат своей работы. Поэтому мы создали наше сообщество, ему около 3 лет. И эта наша выставка уже не первая, поэтому мы очень рады, что сейчас представляем свою работу в Высокопетровском монастыре. Вниманию посетителей Нарышкинских палат, экспозиционного пространства Высокопетровского монастыря представлены фотографические снимки из разных уголков России, а также Нидерландов, Германии и Белоруссии. Все они, так или иначе, раскрывают тему церковной фотографии. Наша выставка такой приобрела международный характер. Вот мы рады очень, что церковная фотография, она развивается. Несмотря на то, что на выставке представлены работы из разных городов, из разных стран, в них есть душа и красота православия, которая их объединяет по всему миру. Кадры с церковных служб, приходских праздников, станет крещения и венчания, портреты прихожан и служителей церкви. Всего около 40 работ. Многие из участников выставки являются лауреатами известных международных фотоконкурсов. Среди отобранных для экспозиции снимков есть и любительские кадры. Главное, что они отражают заявленную тему и являются искренними, правдивыми и эмоциональными. Конечно, техническая составляющая, да, работы была важна, чтобы она была качественной, да, но и в то же время сюжет тоже был важен. Как бы основной момент, мы хотим представить, что у нас в кадре люди, да, это не просто храм и что-то происходит, да, а у нас в кадре человек, и человек именно участвует в жизни православной церкви. По мнению организатора выставки, искусство должно взывать к душе человека, возвращать его к истинным ценностям, таким как вера в Бога, семья, любовь, красота, творчество, свобода. Без сомнения, представленные на экспозиции работы затронут тонкие струнки души, вызовут добрые эмоции и умиротворение, помогут задуматься о целях и смысле жизни. Выставка продлится до 1 марта. Вход свободный.